Постановка в лучших традициях русских народных сказок. Хитрая лиса украла петуха. Теперь все обитатели леса, заручившись помощью Деда Мороза и Снегурочки, разыскивают пропажу. Зрители, дети, страдающие аутизмом, в сказочных персонажах угадывают своих мам и пап. Новогодняя елка для особенных ребят проводится третий год по инициативе Центра социальных проектов «Участие». Мы приглашаем своих членов сообщества, у нас сейчас их уже больше 50 семей из Ярославля, Рыбинска, Данилова, Переславля, которые воспитывают детей с очень непростыми нарушениями развития. И для них это возможность вместе встретиться, вместе поиграть, повеселиться. С одной стороны развлечение, а с другой – терапия. Как говорят эксперты, главная проблема детей, страдающих аутизмом – нарушение коммуникации. Такие праздники помогают снять барьеры в общении с окружающими. Алексей Ермакин, он же Дед Мороз, вместе со своей дочерью посещают этот центр почти с момента открытия. Мы постоянно посещаем такие мероприятия, с удовольствием ходим на них, потому что им нравится здесь вот эта обстановка. И есть положительные изменения в первую очередь, то есть начинает она у нас говорить, положительная динамика, больше общается с своими сверстниками, да, то есть социализация у нее улучшилась, соответственно, ну есть хорошие изменения в лучшую сторону, конечно. Центр социальных проектов «Участие» каждый месяц проводит подобные встречи. Для малышей такие праздники – это огромный шаг вперед и большая моральная поддержка для родителей. Сказочного петуха все-таки нашли. Новогоднее чудо произошло. Александра Панкратова, Денис Лосев. День в событиях.